Фаина Ахметова свою любимую процедуру ждет каждый день с нетерпением. Уже шестой раз она приходит на обертывание одеялом Денос, которое помогает при заболеваниях нервной системы, и моментально расслабляется. Фаина говорит, что здесь отдых как в санатории, даже пруд неподалеку есть, а отношение медперсонала к пациентам особое, душевное. Доброе слово, как говорил Гиппократ, лечит намного сильнее самых лучших лекарств. А у здешнего персонала добрых слов на всех хватает. Дай Бог им крепкого здоровья за то, что они так к нам относятся, чтобы они всегда были сами здоровы. В физиотерапевтическом кабинете комплексного центра медсестра высшей квалификационной категории Надежда Бажова работает уже 6 лет. Общий стаж в медицине 39 лет. Как опытный специалист, она знает, что пожилым людям нужен особенный уход. Поэтому в своем кабинете она постаралась создать для них особую атмосферу покоя и отдыха. В кабинете физиотерапии у нас есть музыка, под которую отдыхающие, принимая процедуры, расслабляются, иногда и засыпают. Вот, и получается у нас еще вместо кабинета физиотерапии комната релаксации. Два в одном. В основном вот у нас процедуры проходят низкочастотной терапии, магнитотерапии, лазеротерапии, одеяло Денос, которое очень любят наши пациенты, ультравысокая частота ОВЧ, УФО, ультрафиолетовое облучение. В медицинском кабинете день расписан по минутам. Дежурная медсестра Любовь Самаева четко планирует свою работу. У нее 26 пациентов. Несмотря на то, что болезни у всех схожие, высокое давление или аритмия, она лечит каждого индивидуально. Поэтому любят пациенты приходить к ней в кабинет. Иногда, чтобы просто поговорить. Работа начинается с 8 часов. По смену принимаем, обход по палатам. До обеда давление меряем, делаем уколы с 10 до 12. После обеда раздача воды, ну и таблеток, которые сами не могут принимать, и работа с документацией. Вечером снова начинается у нас как бы процедуры вечерние, какие там назначения бывают по назначению врача. Юрий Шумилов – частый гость в комплексном центре. Он приезжает сюда из Сесерти. В селе Кашино, где он живет, о таком лечении приходится только мечтать. А в Полевском можно и здоровье поправить, и физическую силу вернуть. Раньше Юрий Иванович занимался лыжами. Сейчас пересел на тренажеры. Самый любимый – велосипед. Да для меня почти нормально. Хотя и года есть уже. Хорошее обслуживание здесь. Кормят отлично. И все прекрасно для нас. Давненько не бывал здесь. Желаю всем сюда попробовать, приехать. Ну и мне тоже еще остаться, что ли, если разрешат. Каждые 14 дней, именно столько длится лечение, в комплексный центр приезжают новые пациенты. И, как показывает практика, большинство остаются довольны и медицинским обслуживанием, и человеческим вниманием. Ольга Демьянец, Александр Полищук. Новости нашего города.